Проект «Цех-32» зародился относительно недавно и изначально был определенной площадкой для продажи различных изделий белорусских дизайнеров. Как рассказывают сами организаторы, после проведения первого мероприятия стало понятно, что творческим людям этого мало. Поэтому «Цех-32» решил открыть свой сезон путешествий. Брест стал первым городом, который с удовольствием посетили дизайнеры. Мы провели Handmade Weekend в Минске и решили, что срочно нужно ехать в Брест. Вот, мы мысль вынашивали с зимы. Вот, собственно говоря, взяли и приехали, потому что мне кажется, что город созрел. У нас очень много друзей отсюда, мастеров, дизайнеров, которые у нас регулярно участвуют в минских проектах. И мы решили, почему нет. Май месяц, тем более, в Минске столько проектов проводится, что о Бресте ничего. Почему бы нам не приехать? Знаменательно, что вместо намеченных 30 представителей проекта «Город над Бугом» посетило 40 мастеров самых разных жанров и техник, причем не только белорусских. Творческая элита считает престижным представлять свои работы именно в Бресте, поэтому и к выставке дизайнеры готовились основательно. Работы удивляют не только качеством, но и количеством. О своих увлечениях мастера говорят с особым азартом. Очень люблю печь всякие сладости, вот, и мне говорят, почему только сладости? И я решила вот тоже печь, например, пирог с курицей, пирог со шпинатом и фетой, то есть разнообразить свою выпечку. Но мне очень нравится это, я с самого детства пеку. Я люблю цветы, и все время это началось с того, что мы гуляли на море по пляжу, и девушка продавала такие же цветы из полимерной глины. Я купила такой цветок, и когда приехали в Беларусь, решила задаться целью начать тоже делать такое. Столичный проект «Цех-32» реализовался в городе над Бугом ярко и красочно. Здесь минские дизайнеры нашли единомышленников, которые, возможно, скоро также будут путешествовать по Беларуси. Ярмарка-выставка еще раз доказала, что белорусам есть чем гордиться, а у белорусского искусства есть свои ценители и почитатели.